Антон, только что упала видеосъемка. Я уже скопировал отдельную вкладку. Первую букву. Мне нужно скопировать все буквы, каждую в отдельную вкладку. Это нужно для того, чтобы составить словарь по отдельным главам. Делается перевод всей аштанга Хардая Самхиты, и я хочу подготовить глоссарий к каждой главе. Но для этого мне нужно обрабатывать данный список. Нужно иметь возможность выпарсивать таблицу полностью от верхней части до слов hosted by. Harvard Kyoto не пойдет. Здесь надо именно в заголовке листа, чтобы он отличался вот таким образом. Итак, то есть мне нужен скрипт, который я сам могу запускать в какой-то программе, не в программе, как приложение к браузеру, без разницы. Я мог в любой момент выкопировать все тексты или сразу из всего сайта составить вот такие файлы, без разницы. И желательно так, чтобы сразу формат здесь был нужный не дата, а формат просто число. Формат ячеек. Получается преобразование, которых я не знаю как. Преобразование, которых никто не просит, а все равно они там есть. Так, 48.2. Должно было быть 8.2. Получилось. Черт знает что. Ну тут нужна твоя помощь, Антон. Выручай. Таким образом у нас получается текстов много. И по каждому из них я должен иметь возможность вот иметь такой файл экселевский с полным набором всех букв. Так, чтобы работали ссылки, желательно, чтобы они не обрывались, как здесь. Спасибо тебе.